Здравствуйте, дорогие зрители, подписчики и гости нашего канала. Вы смотрите «Цветы в доме. Комнатные растения». И сегодня мы с вами поговорим о болезнях и вредителях традесканции. Растение довольно редко болеет, если живет в комфортных условиях. И если эти условия нарушать, то проблемы могут возникнуть. Давайте мы с вами разберем причины, по которым у традесканции появляются болезни. Если сохнут кончики листьев, это значит, что сухой воздух в квартире. Если на листьях появился коричневый оттенок, значит, что пришел в негодность, так сказать, закис субстрат из-за частого переувлажнения или полива холодной жесткой водой. Если листья стали блеклыми, это избыток освещения, прямые солнечные лучи. Вытянутые стебли, мелкие листочки – это недостаток освещения или подкормок. Если загнили стебли, это переувлажнение грунта, повышенная температура, влажность и тяжелая почва. Пестрые листья становятся однотонно-зелеными, тогда это недостаток света. Но если замедлился рост и пожелтели листья, это недостаток влаги. Побеги в нижней части оголились, требуется обрезка. При появлении любой из перечисленных проблем следует принять меры, иначе растение со временем может погибнуть. Ну и вредители. Традесканция поражается такими вредителями, как тля, щитовка, трипсы и паутинный клещ. Они обычно появляются в слишком жарких, сухих или душных, редко проветриваемых помещениях на нижней стороне листочков. Если не принять срочные меры, паразиты распространятся по всему кусту и за короткое время испортят не только его декоративный вид, но само растение может погибнуть. При первых признаках появления вредителей несите традесканцию в ванную и смывайте насекомых теплой водой с раствором хозяйственного мыла, леечкой или опрыскивателем. Затем обсушенное растение следует обработать подходящим инсектицидом. Если вы сомневаетесь в названии вашего сосущего паразита, сфотографируйте его на телефон. Обратитесь в любой цветочный магазин, где продавец по вашей фотографии подберет нужный препарат и даст инструкцию по его применению. Ну вот, собственно, и все у нас на сегодня. Ну а поделиться с нами своим личным опытом или выразить свое мнение можно в комментариях. А с вами был канал «Цветы в доме. Комнатные растения». Если вы еще не успели подписаться, то подписывайтесь, и вы будете знать все секреты и нюансы выращивания своих комнатных растений. А я же всех благодарю за оценки к видео, и всем пока! До следующих встреч!